Сидит. Что, помочь что? Сейчас я тебе помогу. Сюда выведешь? Вот так, ребят, пока я ехал, у нас дождик. И у Вячеслава поклевка. Вчера у него нормально так было. Два карпа завело в камыши. Одного он мурон поймал. Сейчас посмотрим. Что, тащишь? Ага, молодец. Мостик 51 работает. Здоровый. Опять в камыши, да? Завел? Держу пока. Давай, держи, держи, держи. Видишь, какой он хитрый, да? Такой, полторашка, двушка, наверное, что ли. Давай. Ух ты, ешкин матрешкин. Так, ребят, ушел. Короче, карп, расстройство. Довели до камышей и ушел. Зато Вячеслав увидел поклевку, да? За сутки первую. За сутки первую. Так, ребят, а вчера вечером. У тебя что, один амур только? А? Одного амура только поймал? Да нет, там нормально. Ну что поймал, еще говори. Рыбаки ждут. Пять карпов, три амура. Ты вообще крутой парень. Когда ты успел наловить-то? Вчера вечером. Так никто не ловит. Молиться надо. Молиться? Ты молодец, как ты кому карпом молишься. Ну так, ребят, представляете, я говорю, ничего не клюет. Пять карпов, три амура поймал, и сейчас сход. Слав, ты крутой парень, это 100% даже не обсуждается. Ты молодец. Молодец.